Продолжаем. Снесли дверь из любви к искусству. Посетители выставки Серова взяли штурмом Центральный дом художника. И на этих кадрах видно, как больше сотни человек пытаются протиснуться в зал, чтобы посмотреть на творчество великого живописца. Охранники даже не пытаются остановить людей, все равно сметут. Люди и так еле сдерживают эмоции. Из толпы кричат: «Открывай, люди мерзнут». Проблема в том, что организаторы не учли тягу наших людей к прекрасному. На выставку ежедневно приходят тысячи человек. И в последние дни поток только увеличился. Экспозиция закрывается в это воскресенье. Поскольку времени осталось мало, люди готовы провести несколько часов в очереди, лишь бы попасть на выставку. Страждущие стоят вдоль всего дома художника, а иногда очередь растягивается аж до Крымского моста.